Находимся на 69-м километре от Москвы, возле платформы Холщевики рижского направления. На данный момент мы наблюдаем возгорание электрички. Пока пожарной охраны не видно. На платформе уже столпилось достаточно большое количество пассажиров данной электрички. Вот так начинается 1 сентября. Кабина почти полностью выгорела. Только что отцепили горящий вагон. Основной состав двинулся на 10 метров в Москве. Хвостовой вагон по-прежнему в огне. Состав, которого не тронуло возгорание, убывает на запасной путь. Приехала пожарная бригада. Спустя 40 минут по первому пути стоит грузовой поезд. Через него протягивают пожарные рукава. Суетятся пожарные. И вот бронзбойт наконец-то добрался до цели, и началось пожаротушение. Грузовой поезд, груженный полностью с цистернами, терпеливо ждет. Все в дыму. К сожалению, качество записи не очень хорошее, так как я снимаю на телефон Nokia 6300. Но масштаб бедствия вы можете видеть и так. К сожалению, из-за дыма почти что ничего не видно. Похоже, что тушение пожара идет по плану. Похоже, что пожар уже почти локализован. На данный момент пожар локализован. Маневровый тепловоз отгоняет сгоревший хвостовой вагон на запасной путь.